который там был, честь и хвора, может, мы там спасли Украины. Они 2 месяца прогрызали. Они туда стянули все, что можно. Возможно, Дебальцево спасло Украину, они смогли наступать. Мы их там обломали. Мы их там столько накрошили. И поэтому ни про какую домовленность не может быть даже мову. Домовленность вот выложена трупами их, начиная от Горловки и вокруг вот этого всего кольца.